Давай. Вот оно, доброе утро. Че, поспали в боксе мы сегодня? Все как положено. Поспали отлично, на бетоне. Что последнее? Машину красить пошел, кисточку взял. Да, колотушку видишь, она сейчас капнет. Почему у тебя белый скайп? Не тряси, не тряси. Где твоя БМВ? Так, экспресс-тест. Не, подожди, ПЦР-тест! Быстрый ПЦР-тест, открывай глотку. Так, это зашло. Подожди, давай. ПЦР-тест быстро, открывай. Просто тест, кто под хвост долбится. Если это как бы заключается, значит, блядь, было. Ебать. Новости с полей. Воздушная пробка. Первую попытку выехать не смогли, потому что машина по электронике все отрубила, но они не стали мотор ложить. Улетели в группе здоровья. И сейчас ждем свою 9-ю группу. Одна попытка на сегодня. Ну что, дорогие друзья, квалификация пройдена на 5-е место. В целом все неплохо. Завтра будем разбираться, едем в топ-32 с юрцом. Надеюсь, покажем красивый парный дрифт. Но мне сказали, что мы сейчас квалифицируем, но теперь сказали, что можно ходить после 7 вечера и пиздить у всех алкашек. Так, у вас нет? Что это за тип вообще, блядь, а?